Всем привет, дорогие друзья! Господи, как я за вами соскучился на основном канале. Ребятки, пожалуйста, поставьте лайкос, если вы рады, что ролики выходят на основе. Вы не представляете, как было больно смотреть на то, как целую неделю не выходили видосы на холдике. Но мы тем временем тоже не скучали, мы на холдик стриме каждый день стримили, снимали видосы и там сделали лям подписчиков. Ссылка в описании, на холдик стриме тоже будут выходить дальше видосы. Будет с нового месяца новый проект, поэтому подписывайтесь, кто уже подписан. Надеюсь, не пожалеете. Ребята! На основе, боже, во-первых, я хочу сказать, что на основе давали страйк. И этот страйк неделю блокирует доступ к публикации роликам. Неделя прошла, теперь я могу публиковать, но страйк мне так и не сняли. Поэтому тут как бы и хорошая, и плохая новость. Ну, давайте, плохих новостей и так сейчас много, поэтому давайте не думать о плохом, а только о хорошем. И надеюсь, у вас будет тоже все хорошо, ребятки. Короче, в игре добавили новую пассивку на Джеки. Только вот 10 минут назад ее добавили, ну, уже чуть-чуть больше, потому что я пока включил ролик. Короче, постараюсь сейчас ее купить, протестить, посмотрим, что за пассивочка, как она работает. Во-первых, давайте куплю спиннер на... спиннер! На этого, на Динамайка. Открою один маленький ящик и куплю за, конечно же, за золото. Ну что ж, защитная каска на Джеки. Поехали, покупаем и сразу идем ее тестить. Значит, защитная каска снижает любой получаемый ей урон на 15%. Давайте затестим. Ее первая пассивка, смотрите, при получении урона контратачит, 15% отдает вашему сопернику, а это защищает. Давайте посмотрим, выберем сейчас карту. О, с роботами, кстати, Ребзи. Сегодня, скорее всего, будет стрим. У меня ж теперь новая цель, апнуть Джеки на 1000. Я спайка почему-то забил на спайка. Погнали в бой, расскажу более подробно далее. Это только в среду. Так, ребят, у Джеки очень топовая, очень топовый гаджет. Очень топовый гаджет. И, оп, видели? Он лучше, чем ульта, он лучше, чем пас... Нет. Давайте попробуем как-то все-таки робота переманить на другого челика. О, на примата, например. Мне пришлось просрать гаджет просто так. Опа. Что это произошло? Что это такое? Секунду. Дорогие друзья, я извиняюсь, у меня просто сел iPad и вырубился. Поэтому погнали в новую каточку. Во-первых, давайте затестим пассивочку. Да, пассивочку, короче, на 15% снижен урон, но опять же, мы это не почувствуем прям 100%, типа, о, да, прям 15%, прям, о. Но в любом случае, вот, блин, падла, у него вот этот гаджет, воруба, но он рискнул, но не повезло, не фартануло. У меня, кстати, 600 кубков почти, сложновато играть в начале сезона, ну, блин, я так хочу реально Джеки поднять на 1000, хотя, знаете... Изначально я очень был уверен в своих амбициях, вот, и действиях по решению апать Джеки на 1000, но потом мне, блин, ну, чё я так делаю, зачем я вот во время катки что-то пытаюсь исправить? Давайте мы сейчас до конца этой каточки поднимем 600 кубков, ой, до конца этого видоса поднимем 600 кубков, поехали. Короче. Мне просто сказали, что, ну, ее на высоких кубках тоже не очень легко апать, но мне что-то хочется попробовать. Я... Не получится, ну, типа, да, конечно, расстроюсь, но в любом случае, напишите в комментариях, хотели бы вы увидеть такой, ну, не знаю, не проект, а вот попытку поднять Джеки. Так, я бы вот это ворона... Но я его не достану, он будет даже под гаджетом. Гаджет очень топовый. Так... Так, сейчас попробуем. Дурачок! Какая же она имба, ребята! Вот у нее реально надо фиксить. И... Ну, гаджеты не будут фиксить, я надеюсь. Вот область, мне кажется, и урон. Потому что, ну, это очень читерная тема. Так, карта для дальников, я играю на Джеки. Все в порядке, все окей. У меня же новая пассивка, 15% снижения урона. Я даже не знаю, ребят, какая лучше. Которая возвращает урон. Первая, то есть, пассивка, которая возвращает урон вашему сопернику. Или вот вторая. Я не знаю, пока что не знаю. Я вам рекомендую. Ребят, если хотите стрим, напишите об этом в комментах. Поставьте лайк, напишите, в какое время для вас удобно. Ну, сейчас карантин, в принципе.
Я думаю, что все дома. Если хотите стрим, поставьте лайк, подпишитесь. И давайте сегодня вечером на стриме как раз поиграем, затестим все эти пассивочки. Все, смотрите, сейчас будет топ-1. Что там? Кто там кого бьет? Семпана кунит. Ёлы-палы. Ёлы-палы. Так. Ну, хотя бы топ-2 взять. Топ-2 у меня есть шанс взять, а вот топ-1, наверное, нет. У Ниты 7 банок. Че, она там скоро заберет? Я лучше тут постою. Блин, нет. Ну не, ну так же нечестно. Только не я. Давай, давай. Кто быстрее выйдет, та Джеки или я, Джеки? Мне кажется, надо сюда, в левую сторону перейти. А, там тоже плохо все. Угу. Ну, пожалуйста, добей того, у которой 5 банок. Ну, добей ее. Yes. Все, топ-2. Так, что нам осталось? Нам осталось пару карточек. Карта, конечно, немножечко для дальников. Вот. Плюс 8. Yes. И нам осталось 2 карточки. Ну что ж, поддержите. Опять же, я бы сегодня продолжил на стриме апать. Продолжил было на стриме апать ей кубки. Хотя сейчас начало сезона, на самом деле сложновато. Может быть, стоит на путешествие сегодня постримить. Короче, это не имеет значения на чем. Я бы такой реально сегодня вечерком бы собрался на трансляции. Ну, все зависит от вас. По большей части все зависит от вас. Потому что... Не, я думаю, что вы ждете стрим. Надеюсь. Хотя на холдик стриме мы стримили... Вот, ребят, есть такие, кто, допустим, на этом канале целую неделю не видел ролики и думал, что я куда-то пропал, и при этом не знал, что я стримил и снимал видосы на холдик стриме. Если вдруг сейчас ты меня услышал, и ты один из этих людей, то быстрее, в описании ссылка, стрим-канал называется. Подписывайся, потому что, блин, страйки сегодня нет, завтра придут опять. То есть это такое, и... Если что, сразу подстраховочный вариант мы стримим там, поэтому смотри. Если не хочешь пропускать ролики, на Holdic Stream подписывайся, тем более там видосы выходят тоже. Интересно, Спайк здесь, да, в кустах сидит? Походу, да, вот здесь в уголку сидит. Не знаю, ушел он, не ушел. Давайте проверим. Нету его здесь, лол. Я только зря гаджет спалил, но лучше перестраховаться. Так, блин, реально карта не для Джеки. Оу. Поэтому буду надеяться то, что сегодня в 10 вечера поменяют карту для ближников. Хотя можно чекнуть в приложении, какая будет следующая карта, но впадлу. Так. Опа, робот. Но все равно с роботом легко, на какой бы там карте ни было. Робот реально как-то не дает тимиться, не дает сидеть всем в кустах. То есть мне это нравится. Так, что, помочь? Помочь Броку, точнее, вот этой даме. Есть, хорошо. Так, Шелли сейчас убьет Пэм. Я попробую убить Шелли. Ну, я, конечно, самоуверенный. Ну, я, кстати, почти убил. У меня зависло. Есть. Динамайка, 11 банок. Просто трэш. И что делать? О, хорош. Добивай Спайка уже. Есть. И опять топ-2. Получается, у меня еще одна катка. Мне еще одна катка. И 600 кубков. Давайте попробуем сделать это. Плюс 8. И остается 5 трофеев. Поехали. Если бы еще не подвисало. Так. Ну, я не знаю по поводу пассивки. Честное слово, защитная каска снижает любой получаемый урон на 15%. А здесь при получении урона она возвращает 15%. Ну, я думаю все равно, что вот эта защитная на таких картах, где Джеки в принципе не в приоритете, да, то я думаю, для нее дополнительная защита не будет лишней. Там, где она может раздать, да, там, где она столкнется, допустим, я думаю, там, конечно, лучше контратаки, которая 15% возвращает. А я бы сейчас вот это Пайпер бы убил. Она мне ничего не сделает, тем более в ближней... После моих слов вот это... Да я так 100 раз сделал. Да, она мне ничего не сделает, я всегда умираю. О! Тихо!
Кабан, ты чё? Ты чё, кабан? Так. Я знаю, что у тебя... Ну, мы же из одного мяса деланы. Иди сюда, родная. Иди. Оп. Хорош. Подкараулил, так сказать. Я просто заберу банку и все, вообще плевать. Так, хотя я не знаю, возможно, и я не прав в плане того, что это карта для дальников. Может быть, это не так. О-о-о. Так. Блин, хотелось бы, конечно, так, чтобы и робота забрать, и Шелли. Но пока что не получается. Так. Ну, она вон там робота колбасит, поэтому... Давайте попробуем робота тоже забрать. Банок хватает, в принципе. Баночек, в принципе, хватает. Тем более, через стенку бью по 2000. Все, 2000. Раз, два. Все, робот мой. Шикарно, 9 банок. Ребята, топ-1. Да тварь. Блин, ну твари реально зажали. Это не топ-1. Сейчас отхилюсь. Так, отхилился, есть. Короче, братва, пришла жара. Оп, пришла жара. Вот это сказанул. Так, они затимились, да? Ну давайте. Давайте, бомжи. Ой. Блин, гаджета нет. Давай, давай, что, что? Как зайцев загнал. Вот и все, ребята. Топ-1. Джеки топовый перс для сверхредкого. Вот. Пассивка. Ну, я не могу ощутить там особо ее. Но в любом случае какой-то урон парируется, да, снижается. Да как же замахали инвайты. И это уже хорошо. По поводу трансляции решать вам. Подписывайтесь, ставьте лайки. Сегодня будет еще один видос про Джеки, который был записан ранее. Надеюсь, вам он понравится. Всем удачи, хорошего настроения. До новых встреч. Ребятки, я люблю вас, соскучился. Пока, ребят. Пока.